Добрый день, уважаемые гости и участники соревнований. Мы рады приветствовать вас на открытии 6-х всероссийских соревнований «Вечно живые» на Кубок губернатора Санкт-Петербурга по практической стрельбе среди подразделений специального назначения, посвященных памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Семьи погибших сотрудников, уважаемые ветераны, уважаемые коллеги, друзья, участники, от лица губернатора Санкт-Петербурга Александра Ильича Беглова и всех членов правительства, хотел бы поприветствовать вас на открытии соревнований по стрельбе «Вечно живые» на Кубок губернатора Санкт-Петербурга. Конечно, сегодняшние соревнования, которые проводятся уже 6 лет 2017 года, это очень особенные соревнования, и потому что они проходят в необычное для нас время, в котором мы сегодня находимся, когда наши братья вынуждены защищать нашу свободу, наше право на жизнь, снова защищать это право на жизнь. Конечно, сегодняшними соревнованиями мы чтим память погибших наших братьев, которые защищали нашу Родину. На очередных соревнованиях собраны лучшие из лучших бойцов спецподразделений. Действительно, в то время, когда часть из них вернулась с выполнения заданий, часть готовится к выполнению своих задач. Огромное спасибо участникам. Пусть победят сильнейшая команда в честной, достойной борьбе. Мы сегодня вспоминаем ребят, погибших при исполнении служебного долга. И эти соревнования, которые вы проведете, дадут вам большой опыт, чтобы в дальнейшем при выполнении боевых задач сохранить жизни своих товарищей. Успехов вам, пусть победит сильнейший. Сейчас идет борьба с фашизмом, который поднял голову и который просто поставил задачу уничтожить наш народ, уничтожить нашу страну. Дорогие друзья, сейчас совершается тотальный подвиг. И кто-то из здесь присутствующих буквально недавно был на передовой, а кто-то окажется завтра. Дорогие друзья, я желаю вам всем быть неуязвимыми для врага. Победы! 6-й год для нас особенный. В прошлом году на церемонии открытия Сергей Сипашин сказал очень пророческие слова, что профессия военнослужащего, профессия человека, который должен защищать свою Родину, защищать нас, защищать наше общество, она всегда будет востребована. И прошедший теперь уже полгода с начала специальной военной операции, подтверждает правильность его слов и подтверждает востребованность вашей профессии. Поэтому я хотел бы вам всем пожелать на этих соревнованиях удачи, выдержки, спортивного везения, а так, как было правильно сказано, умение учиться, умение улучшать себя, потому что нам всем это обязательно потребуется. Скользи ногами.
Спасибо.